Сегодня я на горе, эти прекрасные пейзажи меня сопровождают повсюду. Но где-то там за горизонтом, дальний остров Комодо, на котором ждут меня древние драконы. Посмотрим на вас, ящеры, что вы можете. Посмотрим. В связи с тем, что остров Комодо принадлежит Индонезии, и для того, чтобы на него попасть, нужно оказаться на этом архипелаге, я прилетел на Бали. Ну и, конечно же, я не преминул заняться серфом. Поэтому пара минут отступления от основной темы, и мы продолжим. Вы думаете, время замедлилось? Нет, это просто очень страшно, и оно для меня остановилось. Шутка. После серфа я плотненько перекусил и направился в аэропорт Денпасара, откуда вылетел в Лабуан-Буаджо. Это остров, откуда обычно начинается путешествие по национальному парку Комодо, в котором и проживают огромные ящеры, потомки динозавров. Весь предвкушение я ждал встречи с этими драконами. Не знал, сможем ли мы с ними подружиться и стать верными друзьями на долгие-долгие годы. Но очень хотелось увидеться. Садимся. Взлетно-посадочная коротенькая, но я надеюсь на профессионализм пилота. Первые минуты на Лабуан-Баджо, остров драконов. Говорят, что рай, но похоже на ад. Так, я думаю, нужно немножечко отдохнуть, и с утра все это будет выглядеть несколько благоприятнее.
Около 6 утра я загрузился на эту прекрасную яхту, в надежности которой никто не может сомневаться, и направился в сторону островов Ринчи и Комодо, на которых и жили данные ящеры. По пути на Комодо мы причалили к небольшому острову, где я покормил оленей кокосами. Ну, вы знаете, вы, наверное, каждое утро это делаете. Остров оказался небольшим, но очень живописным. Я пошел поискать, какие драконы здесь могут еще водиться. Пробыл я здесь недолго, потому что не нашел ни птеродактиля, ни тираннозавра. Я направился на Комодо. Большую часть экономики этих островов составляет туристическая отрасль, в связи с чем остров Комодо хорошо охраняется. На нем присутствуют рейнджеры, которые следят за тем, чтобы драконы не взаимодействовали с людьми. И в случае, если человек оказывает негативное воздействие или, не дай бог, убивает одного из драконов, ему грозит очень жестокое наказание со стороны властей Индонезии. Я катался на лошадях, верблюдах, дельфинах. Ну, наверное, еще, может быть, на паре троечки животных. На драконе я еще не катался. Ну, очень хочется. Комодские вараны плотоядные. Они в основном питаются разного рода живностью, а в частности падалью. Их здесь на острове кормят рейнджеры. В живой же среде обитания они питаются умершими буйволами, гиппопотамами и разными животными. В их слюне содержится очень много яда и токсины. В случае укуса жертва умирает не сразу, она в течение нескольких часов, плавно, изнуряемая солнцем и ядами, которые попали в ее кровь, доходит до того состояния, чтобы драконы смогли напасть на нее и потихонечку разорвать на части. Много драконов собирается около ресторана. Они позируют, развлекаются, могут, пообнимавшись, полежать на песке, для того, чтобы туристы остатками своего рациона немножечко их подкормили. Кто хочет поцелуй с таким красавчиком? Я бы, наверное, воздержался. Хотел погладить, опять говорят, dangerous, dangerous. Ни львов погладить, ни комодоских варанов. Крокодилам вообще руку в пасть не суй. Да ну их неинтересно. Короче, драконов мне так и не дали потискать, поэтому я решил отправляться обратно на Лабуан-Буаджо. И по пути нам встретились манты. Это еще одни обитатели Индонезии. Большие подводные скаты.
которых очень интересно наблюдать во время дайвинга. Немного перекусив, ну как немного, съел 2 скатов, 18 рыб, 3 килограмма осьминогов, шучу-шучу, конечно, я столько не съем, я начал направляться в аэропорт. Моя дорога лежала к Бали. Первый раз иду в аэропорт своим ходом и уже практически добрался. Осталось еще пара минут и всего 15 минут от основного поселка, где лодки, отплывающие на острова Комодо и Ринча. Все намного проще, чем кажется. Работает аэропорт. До аэропорта я добрался быстро, час перелета, и вот я уже на берегу моря Бали. Сижу, думаю, до России доплыву или нет. 6-7 тысяч километров. Не, наверное, не стоит. Друзья мои, я желаю всем здоровья и как можно больше путешествий и ярких эмоций. До новых встреч!